Приветствую, друзья! С вами Марина Майорова. А вы заметили, что в сообществах ВКонтакте появилась новинка – новое горизонтальное меню? Давайте перейдем в сообщество. Вот у меня здесь есть такое пробное. И вот смотрим – меню. Давайте попробуем настроить что-нибудь. Нажимаем «Настроить». Нажимаем «Новая ссылка». То есть, как вы понимаете, здесь можно делать неограниченное количество разных ссылок, то есть пересылать людей на ваши ресурсы ВКонтакте, в группы, в другие сообщества. Итак, давайте загрузим картинку. Картинка у меня большая. Размер картинки должен быть 376 на 256. Если у вас вот размер, как у меня, побольше, то можно вот так вот откорректировать, да? И нажимаем «Сохранить и продолжить». Так, картинка у нас загрузилась. Дальше вводим название, да, группы или сообщества или ресурса. Endless Streams – социальная бизнес-сеть. И ссылку, я укажу ссылку на сообщество Endless Streams ВКонтакте. Вот у меня сообщество Endless Streams. Я копирую адресную строку. И вставляю ссылочку вот сюда, вместо ссылки. И нажимаю «Сохранить». Ну и давайте посмотрим, что у нас получилось. То есть вот видите, в меню то, что мы сейчас с вами создали. Здесь можно еще что-то, да, добавить, настроить, еще какие-то ссылочки. Ну, такие важные самые, да. Все вот эти ссылочки в меню можно менять местами. Например, да, опять заходим в «Настройки». И просто берем, например, нижнюю ссылку, да, и перетягиваем выше. Здесь опять-таки, да, можете еще что-то добавить. Вернемся назад и видим, да, у нас картинки наши поменялись местами. Ну, давайте посмотрим вообще, как это работает, да. Кликаем на вот эту вот обложечку и попадаем в мое другое сообщество. Здорово, правда? Ну, на этом, в принципе, все. Хотя вдогонку я хочу вам дать две классные плюшки. Для того, чтобы оформлять сообщество, делать обложечки, есть бесплатные два ресурса ВКонтакте. Один, многие, наверное, уже знают, полюбившийся нам всем Аватан, да, то есть вот фоторедактор, здесь вы можете делать обложки с надписями. И еще есть один тоже классный такой ресурс, называется ВК-меню. Открываете вот здесь побольше фонов и иконок, да, выбираете какую-нибудь нужную иконочку, например, вот человечек с плюсом, да. Пишите здесь какое-то название. Подписаться. Выбираете фон, какой вам нравится. Фоны здесь, смотрите, очень красивые. И нажимаете «Скачать». И потом устанавливаете такие иконочки у себя в сообществе, и получается вот такая красота. Плюс ко всему, здесь, смотрите, еще можно будет перейти еще на один ресурс, A-Teaser. И здесь тоже можно делать обложки. Тоже такой хороший конструктор. Там нажмете «Войти», и тоже, одним словом, можно менять картинки, надписи, менять цвета, форматы. Посмотрите. Итак, если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами была Марина Майорова. Пока!